учебно-воспитательному комплексу «Престиж» исполнилось 20 лет. Преподаватели в этой школе развивают желание учиться и познавать. Здесь есть даже целые династии. У меня как бы старший закончил эту школу. Очень хорошая школа, очень хороший уровень знаний. Я сейчас во второй гимназии. Очень хорошая база знаний. Вот и второй ребенок пошел в эту школу. А сколько детей в классе? Понимаете, когда 30 человек, да, и 10 или 15. Поэтому там каждый отдельно, и подход учителя свой как бы каждому ученику. Это очень хорошо. Инновации в учебе и индивидуальный подход к каждому ребенку. Вот принципы работы «Престижа». Дети по-своему оценивают учебу в школе. Мне нравится в этой школе, потому что там интересно. И там есть длинные перемены. Там на больших переменах дают сок. За два десятилетия в «Престиже» традиционными стали такие формы работы, как КВН, игры-путешествия, викторины, конкурсы юных эрудитов, тесты и марафоны. Школа развивается и с каждым годом становится все лучше и лучше. Начинали мы с минимального количества. Один класс был у нас, который состоял из 5 деток. Сейчас школа включает в себя 127 учеников, классы переполнены у нас все, желающих очень много и записываются к нам в первый класс за несколько лет. Преподаватели помогают развивать способности ребенка на ранних этапах жизни. Для 5-летних есть подготовительные курсы к школе. Занятия проводятся в малокомплектных классах по государственной программе. Родители организации учебного процесса довольны. 20 лет – это большой срок на самом деле для начальной школы. И уже сегодня у школы есть колоссальные достижения, колоссальная работа. И мы будем помогать во всем, чтобы учителя и директор школы занимались только учебным процессом. А все остальное будем стараться решить мои родители. Дом, в котором уютно всем.